Доброго всем денечка. Исхорский парк. Такая площадка, кто не знает. Первая детская. Вход свободный. Теперь он более чем свободный, потому что кто-то унес калитку. Такой резервуар с водичкой. Ну, не резервуар, но... Да. Там крокодил. Черепахи. Здорово. Сколько вот им лет уже, а? Стояли и будут стоять. Вон дракон с лягушкой. Вот она, горка. Тоже стояла и будет стоять. Ящерка. И здесь водичка очень мощно течет. Очень мощно, надо фото сделать. Вот отсюда она. Смотрите, какая чистейшая, прозрачнейшая. Ну, вода с гор, конечно. А петли весь снегу считает. И вообще здесь. Такая красотища. Ну хватит. Уже опять скоро 2 минуты. Всем спасибо, берегите себя. С Богом. Как отлично.